Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигрятки. Сегодня с вами снова я, тигр Надя. Сегодня у нас тигр Мэйл. Накопилась вот такая стопочка писем за октябрь. И некоторые пришли в ноябре. Вот эти вот были вот в ноябре. У них разница где-то, сейчас скажу. Вот это пришло 2 ноября, вот это пришло 5 ноября. Так, сейчас скажу. Здесь у нас, кажется, письмо и фотокарточка. Фотокарточка у нас вот такая красивая. Вот, прелесть, правда? Это у нас, как я понимаю, это вроде бы мечеть. Да, здесь мечеть а-ля тюльпан, кажется, так называется. И второе письмо. Здесь девушка прислала мне открытки. Открытки просто потрясающие. Так, у нас здесь внутри письмо, кажется. Я еще не открывала его. А, здесь рассказ. Здесь у нас рассказ об отпуске в Уфе. Сейчас я покажу открытку. Безумно красивая. Потрясающая, правда, как такая фотография динамичная. Это у нас Байкал. Зимняя красота Байкала. Также у нас здесь продолжение рассказа, как я понимаю. Да, здесь у нас продолжение рассказа и фотографии. И вот такая еще одна потрясающая открыточка. Пусть все мечты сбудутся. Очень красивая. Акварельная, тоже с поздравлениями. Следующее письмо, на которое уже отправлен ответ, это у нас от Ольги из Инстаграм. Мне очень понравилось ее письмо, потому что в нем такая прелесть была. Засушенные гербарии, вот такие вот лепесточки. Затем, да, их было несколько, звездочки были самые разные. Вот такой прикольный гномик был нарисован. Если я не ошибаюсь, кажется, я в письмо вкладывала. А нет, не в письме. Очень классная крафтовая бумага такая. А затем здесь у нас такие стикеры новогодние. Потом у нас здесь вот такая вырезка с подарочком. Затем, да, звездочки. Такие вот мелочи в виде наклеек. Затем чай, summer букет. Вот еще звездочки. Да, здесь еще такая вырубка. Прикольная из скреп-бумаги. Такая наклейка. Очень классная. Еще звездочка. Такие вот стикеры. И открытка. Антистресс. Такая вот красивая. Да. Подписанная. Очень классная марка здесь. Сегодня пришло вот такое вот письмо от бабкиной Елизаветы, долгожданное. Здесь вот такая потрясающая марка с бабочкой наклеена. Давайте посмотрим, что здесь было внутри. Здесь вот такая классная открытка. Очень красивые цветы. Да, поздравительная карточка. И, кажется, здесь вот еще, да, письмо. Наклейки очень прикольные, кофейные. Такая вот карточка, наклейка, Travelers ноутбук. Да, это не карточка, это, наверное, бумага для записи. Да, красивая очень. И само письмо. Далее у нас идет письмо от Насти. Это уже ответ на мое письмо. Сейчас я покажу вам. Здесь у нас салфеточки были. Было само письмо. И фолдер. Вот такая вот красивая девушка у нас здесь на фолдере. Волшебный такой. И вот так вот мы открываем. Он у нас вертикальный. Здесь у нас идет чай. Здесь у нас идет карточка. Скраб-бумага.
Затем идет еще вот такая карточка. Очень классная. Наверное, вот так вот, да. Вот так вот правильно. Жалко. Жалко вот эти вот штучки. Так. И идет вот такая вот карточка. Наслаждайся каждым днем. Вот. И ух ты. Вот это действительно сокровище. Таких салфеток у меня нету. Я такие даже еще и не видела никогда. Очень красивые. У этих звездочки на кончиках. И далее у нас тут кармашек. Ух ты, сколько всего у нас здесь. Ничего себе. Так много-много-много мелочей. Вот такой вот цветок. Марка очень красивая. СССР. 82-го года. Это вообще клад просто. Еще цветочек. Такие вот наклейки. Затем у нас здесь еще наклейки. Еще. Ой, вот это очень красиво с цветком. Очень красиво. Так, сейчас, секундочку. Далее у нас идет столько всего. Вот такая карточка. Затем у нас намотка скотчей. Очень прикольных. Такие яркие. Особенно вот этот нравится. Разноцветный. Очень прикольно. Далее идет у нас такие наклейки. И вот такие вот наклейки. Ой, ух ты, у нас здесь еще идут пайетки. Кстати, да. Такие вот прикольные пайеточки. Ой, бабочка желтая есть. Красивая. Так что такие вот дела. Настя, огромное спасибо за твое письмо, за потрясающий фолдер, за вложения. Они все очень полезные. Жди от меня ответ. Далее у нас идет письмо от Дербиной Екатерины. Это уже, как я понимаю, ответ на мое письмо. Итак, у нас здесь письмо на очень красивой бумаге. Очень красивая бумага. Письмо двухстороннее. Это хорошо. Потом здесь, ух ты, прикольно. Почтовая карточка. Здесь у нас вот такая вот красота. Далее у нас здесь тут распечатки. Такая. Вот такая. Затем у нас здесь идет карточка, записка с данными. У нас идет еще вырезка и чай. Далее у нас идет от Юли письмо из Алтайского края. Это ответ на мое письмо. Я его еще не открывала, но когда вытаскивала фолдер, ленточка снялась. Вот эта ленточка была перевязана на этом фолдере. Давайте наконец-таки посмотрим, что у нас здесь внутри. Очень красивая бумага. Под дерево сделана. Такая вот. Безумно красивая. Так. Оп. Ух ты. Смотрите. Гербарий потрясающий. Очень нежно так засушено. Только один цветочек вот отклеился. Можно его будет потом приклеить обратно. Вот так вот пока спрячу. Да. Очень красиво. И оп, вторая сторона. Сколько всего. Так, здесь у нас письмо. Такое пухленькое письмо. И распечатка с суккулентами. Люблю суккуленты. Так. Теперь дальше у нас здесь идет конвертик с разными мелочами. Посмотрите, какая бумага красивая изнутри. Я думаю, я буду ее использовать в своем дневнике, скорее всего. Переклею туда. Что-нибудь из нее сделаю, потому что жалко оставлять эти розы вот просто так. Так, здесь у нас вот такой прикольный конвертик с клубничками, наполненный разными-разными мелочами.
Так, я уже вижу, что у нас здесь чай и наклейка с мишкой Тедди. Здесь у нас такая скраб-вырубка. Еще одна вырубка. Сердечко. Вот это классное. Здесь у нас наклейки с птичками. Здесь у нас еще очень красивые наклейки. Потрясающие. Они прям перламутровые. Сейчас, секундочку. Здесь у нас наклейка с барашком. Вот такие наклейки марки. Пока не узнаю, что это. Это «Алиса в стране чудес». Потом наклейка с котиком. Потом вот такая вот девочка. Это, наверное, просто такая карточка, она фактурная. А, это бумага для записи. Записка какая-нибудь. Типа, пожалуйста. И последнее, я не знаю, откуда, что это и как, но это уже покорило меня. Посмотрите, какие стразы. Они прям переливаются все. Очень красиво. Большое-большое спасибо, Юля. Я обязательно тебе отвечу, как и договаривались. И последнее письмо, очень долгожданное, от моей подруги. Мы уже давно переписываемся, которую я очень-очень люблю. И у нее потрясающий Инстаграм, и она делает потрясающие просто фотографии, посты и письма. Это всегда очень долгожданно. Поэтому я с нетерпением ждала вот это письмо. И я просто в диком восторге. Как видите, я еще не открывала. Здесь вот скотчик у нас наклеен. И я уже в диком восторге от этой красоты. Все такое лесное, все такое живое. Так, сзади у нас такой потайной кармашек. И здесь у нас, как я понимаю, самодельная открытка, которая очень плотная. Да, и вот такая вот красивая. Очень-очень красивая. Посмотрите, какой оленик тут у нас. Большое спасибо. Давайте посмотрим, что у нас здесь внутри. Вау! Господи, какая красота! Так, это настоящий гербарий, засушенный на акварельной бумаге в виде таких вот закладочек. Посмотри, какой листочек красивый. Прелесть, правда? Такой тоненький, каждую прожилочку видно. И вот этот безумно красивый. Какая красота. Какая все-таки природа уникальная. Абсолютно все, что она делает, это всегда разное. И одинаково ничего не бывает. Здесь у нас бархатная бумага. Мой любимый чай. Blueberry Forest. Здесь у нас идет письмо. Кажется, только письмо. Знаете, бархат так по-особенному пахнет, что я не могу просто, у меня мурашки по телу. Сразу вспоминаю детство и поделки. Первое знакомство с бархатной бумагой. Это всегда было очень интересно. И сейчас просто эти запахи возвращают в детские воспоминания. Так, здесь у нас прикольно. Так, зонтик такой желтенький. Вот у нас распечатка. Еще одна распечатка. Keep calm and love autumn. Затем вот такая красота. Это просто потрясающие распечатки. Огромное спасибо тебе, Настюш. Такая наклейка с оленем. Или это карточки? Нет, это, по-моему, наклейки. Еще одна наклейка. И кажется, всего есть. А, нет, я ошиблась. Есть еще одна наклейка. Нет, это распечатка со свитером. Такая вот прикольная. Так что вот такие вот дела. И огромное спасибо за ваше тепло, за ваши письма, за ваши вложения, подарочки. Они очень-очень меня согревают.
в эти холодные осенние вечера. И всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.